Говорить о российской экономике достаточно бессмысленно. Либо российская, либо экономика – одно слово лишнее. Потому что на сегодняшний день есть недра, которые мы удачно пилим, ибо остальной экономики практически не существует. То есть, конечно, у нас есть какие-то уникальные продукты, которые выходят на рынок, да, но если задать второй вопрос после вот этого красивого угара, что мы что-то делаем, и посмотреть объем продаж этого продукта или услуги в международном разделении труда, то есть на рынке, то это будет 0,00. Поэтому сейчас российской экономики не существует. А для того, чтобы ее хоть как-то раскручивать, надо развивать сферы, связанные с, как ни покажется странно, близко с сырьем и материалами. То есть это сфера переработки. Это единственное, где мы можем хоть как-то выстреливать. Потому что говорить о каких-то иных высокотехнологичных отраслях достаточно бессмысленно. Мы завтра Феррари сделать не сможем, потому что мы его никогда не делали. А условно говоря, химию, переработку углеводородов мы делать можем.